Для управления выпущенным активом будет создано приложение Harvest Wallet. Кстати, он здесь представлен, Harvest Wallet, с помощью которого можно будет в том числе выпускать активы, регулировать их эмиссии. А еще можно будет взаимодействовать со сторонними приложениями для получения больших возможностей функционирования. Ну, например, с криптовалютными биржами для конвертации. Еще и ДЭП, для примера, как это все может работать, запустит отдельный магазин мультимедийных и не только приложений, который будет получил название U-Media. В UDEP считают, что и имея под другой наглядный пример, как можно токенизировать любой действующий бизнес, пользователи с большим энтузиазмом будут пользоваться широкими возможностями платформы. Кроме того, U-Media также укажет правильное направление бизнеса, которое можно и нужно токенизировать. Продажи билетов, музыки, экскурсии, электронная коммерция, медицина, социальные сети, игровые предметы и валюты, много еще чего. А вообще тут дело будет ограничиваться только вашей фантазией. В принципе, здесь достаточно много информации. Вот повторюсь, что здесь можно посмотреть. Также на сайте представлены, в принципе, продукты. И вот и про Singular. Есть информация. Также есть и summary, которую стоит посмотреть. Она небольшая, 9-страничная. Как раз таки основные моменты здесь указаны. Вот, в принципе, здесь также достаточно все понятно. Кстати, вот пример, как, допустим, использование UDEP Wallet, допустим, с сайтом таким, как Expedia, который помогает. I just wanna be the one you love.